8 марта – праздник мам. Тук-тук стучится в двери к нам. Он только в тот приходит дом, где помогают маме. Мы пол для мамы подметем, на стол накроем сами. Мы сварим для нее обед, мы с ней споем, станцуем. Мы красками ее портрет в подарок нарисуем. Их не узнать, вот это да! Тут мама скажет людям, а мы всегда такими будем.